Так, ну что, начнем. В прошлый раз не получилось у нас встретиться. Сейчас я попробую сделать это через Zoom. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Деметков Юрий. Я в предыдущих двух видео рассказал о том, как растут деньги, как они могут расти быстро. И в первом из этих видео я рассказал о том, как из 100 рублей сделать 262 тысячи всего за месяц. И на самом деле это было похоже на сказку, потому что, ну, это не очень реально, естественно. Но смотрите, какая штука. Дело в том, что если мы, например, 100 рублей будем оборачивать с доходностью 30% с оборота 30 раз, то ровно 262 тысячи и получится. К чему я это видео снял? Для того, чтобы показать, что начальный капитал не так важен, намного важнее это количество оборотов и доходность с одного оборота, которая бралась 30%. И в следующем видео я сказал, что доходность одного оборота можно увеличить, воспользовавшись деньгами какого-то непонятного друга, который дает в 10 раз больше, чем я ему даю. И тоже как-то все выглядит немножечко удивительно. И тоже как-то все это какой-то друг, откуда он возьмется и так далее. На самом деле, сейчас я хочу рассказать о том, что это за друг, что там не так и так далее. Поэтому вот, ну, сейчас я расскажу об этом, обо всем. И, ну, некоторые, наверное, думают, что такой друг, наверное, ну, это кредит, во-первых, во-вторых, значит, там надо какие-то бумаги оформлять и так далее, кому он даст, кому не даст, значит, где найти такого друга. На самом деле друг дает абсолютно всем, абсолютно без разбора, абсолютно вот по первому щелчку. Здесь проблем нет на самом деле. И более того, я могу сказать, что есть такие друзья, которые дают не в 10 раз больше, а в 100 раз больше и даже в 1000 раз больше. И такое тоже есть. И надо ли это брать? Сейчас мы это с вами выясним. Ну, сразу могу уже, так сказать, открыть завесу тайны. Этот друг является брокером. И весь секрет в том, что брокер дает деньги только на те активы, которые вы можете купить через него. И, соответственно, вы не сможете вывести эти деньги, естественно, с брокерского счета, пока не рассчитаетесь с брокером. Вот и все. Весь секрет на самом деле. То есть, как бы, вот и все. Но все это абсолютно реально. То есть вы получаете, скажем, 1% доходности, он увеличивается, соответственно, на ту сумму, ну, вы получаете доходность суммы, которую вложили в 10 раз больше, чем у вас было на счете, и, соответственно, или в 100 раз, или в 1000 раз. И это прибыль ваша абсолютно, а вы отдаете только своему другу только то, что взяли у него. Теперь еще одна, ну, то есть первая проблема это в том, что вы можете взять у этого друга, но только на те активы, которые вы можете через него купить. Вторая проблема в том, что, ну, он постоянно контролирует, брокер постоянно контролирует вот этот актив, в который вы вложили деньги. И если, смотрите, вы-то оставляете у него в залог, ну там сумму в 10 раз меньше. Так вот, если этот актив растет, то все хорошо, никаких претензий у брокера нет, он возьмет только какую-то мизерную комиссию, сейчас мы узнаем какую. А вот если актив упал, то, соответственно, он упал с суммы вот, ну, в 10 раз больше или в 100 раз больше или в 1000 раз больше, чем вы имеете на счете. И, соответственно, если вы продадите этот актив прямо сейчас, вот когда он упал, то вы, естественно, будете немножечко в убытке. А раз так, то получается, что вы не сможете вернуть деньги брокеру. И что получится тогда? Тогда получается, что брокер возвращает, ну, то есть вы возвращаете брокеру ровно столько, сколько есть, а брокер вам возвращает не всю сумму, которую вы ему дали в залог, а за вычетом
убытков. Вот весь секрет, в общем-то, Полишинеля. И получается, что у вас была сумма, скажем, 100 рублей, а вы возвращаете, соответственно, брокер вам возвращает уже не 100 рублей, а меньше. Более того, если убыток будет достаточно большой, то по условиям брокер имеет право, то есть по условиям договора, это право называется margin call. Брокер имеет право самостоятельно, просто принудительно закрыть ваши позиции открытые, ваши активы продать для того, чтобы ну, вы не влезли в долги еще большие. В чем заключается это право? Так вот, смотрите, на рынке Форекс это право вступает в силу, когда у вас вообще денег не осталось, то есть вы полностью все разорились, а на бирже у нормального брокера, который имеет лицензию Центробанка, этот момент наступает, когда, ну, как правило, у вас 50% от депозита, который вы оставили брокеру, слито. Вот такая история. Вернее, всего депозита на самом деле, то есть вы не можете рассчитаться, считает брокер. Ну, он, прежде чем это возникает, все брокеры предупреждают и так далее. Вот. Но такая вот история. И что я хочу сказать? Смотрите, надо ли этим пользоваться или нет? Это уже другой вопрос возникает. И сейчас я скажу, что ну, точно совершенно я считаю, что надо, и когда надо, и как надо. Сейчас я постараюсь об этом рассказать. Дело в том, что ежегодно, уже на протяжении многих лет, там больше 50 лет, проводятся конкурсы трейдеров, в которых участвуют вообще все, и кто на рынке Форекс, и кто на обычном рынке, кто торгует акциями, облигациями и так далее. Так вот, на этом рынке, на этом конкурсе, в течение вообще всех вот лет, на всем протяжении этого конкурса, побеждают только те трейдеры, которые используют как раз вот те плечи, которые дает именно брокер на бирже зарегистрированный, то есть в районе 1 к 10. Вот в чем дело. И поэтому, ну, наверное, стоит сделать вывод, что надо вот только такими условиями и пользоваться. И ни в коем случае не идти на рынок Форекс, потому что там, ну, теоретически это возможно, но от суммы, которую вы вложили, там, ну, в районе, я посчитал, минимум 2000 долларов. И надо себя очень сильно дисциплинировать для того, чтобы брать не целый лот, а 0,00, там, минимальный лот. Вот если вы будете работать с минимальным лотом, то 2000 долларов минимальная ваша сумма. А естественно, они говорят, дилеры на рынке Форекс, что можно с 200 долларов, так вот, это прямая дорога в ад, моментальная причем. Обычно там деньги сливаются за 3 дня, туда я крайне не советую. А вот на бирже как раз те брокеры, которые дают лицензию, они как раз и позволяют увеличить свой депозит многократно и быстро. И кто побеждает в этих конкурсах? Ну, в этих конкурсах побеждают трейдеры, и они ухитряются поднять свой депозит, ну, раз в 100 за год. Поэтому, если вы хотите попробовать, если у вас есть азарт, то, конечно, можно. Сейчас я покажу, как это сделать. Единственный еще один нюанс, что здесь придется работать, потому что трейдинг – это работа. То есть вы будете непрерывно сидеть перед компьютером, если вы хотите заработать, если вы хотите быстро увеличить свой депозит. Это крайне интересная штука, я этим занимаюсь. Вот, и это очень-очень интересная штука. Поэтому сейчас вот выводы делаем такие, что мы можем сделать только это дело, поднять свой депозит, увеличить быстро вот через этот механизм. Это не единственный механизм, я потом еще буду рассказывать другие механизмы, которые есть для того, чтобы воспользоваться деньгами, ну, как бы друга. А
и там будет меньше рисков. Ну, а сейчас именно вот об этом, прямо вот напрямую, такой механизм. И что нужно сделать прежде всего? Да, я уже сказал, что ни в коем случае не Форекс, ни в коем случае не какой... Только брокер, который имеет лицензию Центробанка. Лицензию Центробанка имеют брокеры, которые зарегистрированы на Московской бирже. Список их нетрудно. Если вы хотите, напишите там в чате. Если вы хотите список этих брокеров, я вам скину просто таблицу в Excel, пожалуйста, без проблем. Вот. Да, ну, в чате лучше на e-mail, на самом деле, который, на то письмо, которое придет. Я вам скину, здесь проблем нет. Как открыть брокерский счет? Ну, смотрите, у меня брокерский счет открыт у брокера открытия, и это один из крупнейших брокеров, он один из самых старых брокеров также. Сейчас вы поймете, почему. Дело в том, что у брокера открытия, ну, самые лучшие активы, самые лучшие результаты. Поэтому сейчас прямо в чат я скину ссылочку. Так. Вот она. И вы увидите прямо сейчас в чате ссылочку, по которой можно перейти для того, чтобы открыть брокерский счет открытия, если у вас его нет. Это моя личная ссылочка. Там, так сказать, определиться, что вы пришли от меня, и с вами будет все хорошо, короче говоря. Вот. Давайте сейчас переходим на сайт брокера открытия. Так, вот он. И смотрим, открытие инвестиций, смотрим тарифы. Дело в том, что у брокера есть свои тарифы, и сейчас у него фактически два тарифа. Тариф «все включено», который он предлагает сразу, и тариф «инвестиционный». Так вот, тариф «все включено» брать не надо. Он такой наиболее универсальный, но этот тариф брать не надо. Почему? Потому что... Сейчас мы, речь идет о срочном рынке, сейчас речь идет о спекуляциях, а на спекуляциях, смотрите, надо смотреть не сюда, там 0,05%, а вот сюда. И здесь уже 10 рублей, 10 рублей с контракта, это очень-очень много. Поэтому тариф «все включено» мы отменяем. Так, скрыть вот это, скрываем. А выбираем тариф «инвестиционный». Смотрите, подходит инвесторам с активами до 5 миллионов рублей. Низкая комиссия на сделки от 130 тысяч рублей. На самом деле, вот на этом тарифе инвестиционном, на этом тарифе, именно фьючерсы и опционы очень хороши. Хотя он называется инвестиционным, на самом деле он для спекулянтов. Потому что здесь акции и облигации... Ну, здесь минимальная комиссия есть, она небольшая, конечно, но она есть. А вот на тарифе инвестиционном фьючерсы и опционы, посмотрите, там было 10 рублей, здесь минимальная сумма 2 рубля за контракт, но на самом деле... Здесь дается оптовая скидка, поэтому вот у меня, например, сейчас в районе 0,24 рубля, либо 0,1. Почему брокер открытия? Так дело в том, что вот таких тарифов, таких комиссий за сделку вы не найдете ни у одного брокера. Ни у одного. 0,1 минимальная комиссия за сделку на фьючерсах. 0,1 рубля. 10 копеек. 10 копеек за сделку. Понимаете? У большинства либо 10 рублей, либо 2 рубля. Ну, иногда бывает 0,71, иногда можно найти 0,47, но 10 копеек вы ни у кого не найдете. Только открытие. Ну, что такое сделка? Смотрите, что это за комиссия? На самом деле вы совершаете сделку, вы покупаете актив,
И все, что берет с вас брокер, это вот эту комиссию. Ну вот, ну будем ориентироваться на 24 копейки от 500 тысяч до 5 миллионов рублей. На самом деле, сейчас вы увидите, что эту сумму, вот эту 5 тысяч, 5 миллионов, она только кажется большая сумма сделок. На самом деле, эти 5 миллионов рублей прокручиваются буквально за один день. Поэтому я говорю, что 24 копейки, либо 1 копейка. Итак, смотрим, что же это за активы, которые есть на рынке срочном. Поэтому переходим мы вот сюда. Это сайт Московской биржи. И здесь мы смотрим именно фьючерсы и опционы, как все это происходит. Смотрите, когда мы хотим торговать фьючерсами или опционами, то у нас возникает, сейчас, подождите, так, смотрите, ну, во-первых, по объемам торгов, я говорил, что самый популярный рынок как раз это рынок фьючерсов и опционов, это срочный рынок, и здесь вы видите, что объем операций, ну, где-то в районе вот 7 миллиардов рублей за один день. За один день. И опционами там, ну, намного меньше, там 500 тысяч. Вот, 576 тысяч. Поэтому самые популярные рынки, конечно, это же срочный рынок и фьючерсы. Но на фьючерсном рынке тоже не все так однозначно. Дело в том, что самые популярные фьючерсы какие? Что можно купить? Можно купить фьючерс на доллар, фьючерс на нефть, фьючерс на РТС. Это самые популярные. И есть еще фьючерсы вот здесь на Сбербанк и на Газпром. И на Газпром. Что происходит, когда мы покупаем фьючерс? Прямо вот чистая классика. Смотрите, когда мы покупаем фьючерс, брокер у нас на счете блокирует некоторую сумму. Эта сумма называется ГО, гарантийное обеспечение. Что, почему еще срочный рынок такой очень-очень популярный, пользуется популярностью? Потому что на срочном рынке нет кредита. То есть его нет вообще. Нет процентов по криду. Вы не платите проценты по кредиту, сколько бы вы ни держали этот фьючерс. Проблема в том, что фьючерс нельзя держать долго. Рынок называется срочным, потому что у каждого фьючерса есть срок экспирации. Вот. Я понимаю, что уже, так сказать, начинает у вас голова взрываться, но давайте продолжим немножечко. Итак, вы можете купить самые популярные вещи. Это самые доступные – это доллар. Фьючерс называется SEC, значок C. Почему C? Потому что значок S, он, ну, похож на значок доллара, а I – это перечеркнутые палочки, но так как здесь в алфавите нет такого, что перечеркнуть палочки, поэтому они I рядом поставили, это вот символизирует палочки. Поэтому C, так повелось, C-шка называют трейдеры. Вот, и фьючерс на нефть, бренд мы рассмотрим, фьючерс на РТС. Это самое популярное. Я на самом деле торгую фьючерсами на нефть и на РТС. На доллар я не торгую. Поэтому давайте рассмотрим фьючерс на нефть. Что такое один фьючерс на нефть? Один фьючерс на нефть. Теперь слушайте внимательно. Один фьючерс на нефть. Это равносилен 10 баррелям нефти. Сейчас нефть стоит, ну, в районе, вот смотрите, минимальная, максимальная, так, объем торгов, 75-77 долларов за баррель. Ну, примерно, предположим, 76 долларов за баррель. Один фьючерс. Это 10 баррелей. То есть один фьючерс – это 700, сколько там, 760 долларов. 760 долларов. Сколько сейчас доллар стоит? Сейчас я вам скажу, сколько сейчас доллар стоит. Ну вот, в районе 75 рублей. Теперь сейчас мы умножаем 760 на 5. Сейчас я возьму калькулятор. Так, 760 умножаем на 5 равно
Ой, господи, что я делаю? 760 долларов, это 10 баррелей, умножаем на 57 тысяч рублей. То есть мы совершаем сделку 57 тысяч рублей. Это один фьючерс. Знаете, сколько денег надо иметь на счете, чтобы совершить эту сделку на 57 тысяч рублей, на сумму 57 тысяч рублей? В районе 7 тысяч рублей. Сейчас я вам покажу эту сумму. Это ГО, гарантийное обеспечение. Вот здесь есть спецификация, параметры инструмента. И вот здесь на текущий момент... Ой, сейчас гарантийное обеспечение 12 567. Почему? Потому что праздники идут. Вот. На самом деле обычно в районе 7 тысяч рублей. То есть смотрите, у вас на счете есть 7 тысяч рублей. Они у вас просто будут заблокированы. И вы совершаете сделку на 57 тысяч рублей. На 10 баррелей нефти. Понятно? Теперь давайте посмотрим, вернемся на это самое. Сколько денег надо, чтобы купить один фьючерс на доллар? Один фьючерс на доллар – это 1000 долларов. 1000 долларов. Давайте смотрим на спецификацию этого фьючерса. Это биржа московская. Сколько здесь надо? Гарантийное обеспечение – 5000 рублей. То есть у вас на счете есть 5000 рублей, ну 5 с небольшим, да, ну пусть будет там 6000 рублей. И вы уже можете купить 1000 долларов. То есть вы можете купить один фьючерс. Один фьючерс – это 1000 долларов, понимаете? Если доллар вырос, выросла 1000 долларов. Соответственно, вы продаете, после того, как доллар вырос, вы продаете этот фьючерс и получаете разницу с 1000 долларов. Интересно? Уже интересно, да? Вот. И сколько же вы заплатите за это дело? Как я уже сказал, вы заплатите за это дело, ну, при большом объеме, где-то в районе 24 копеек за сделку покупки и примерно 20, ну, не примерно, точно 24 копейки за сумму продажи. Плюс биржевой сбор. Зависит от условий биржи, но он очень-очень маленький. И ну, там тоже ну, в районе, там, может быть, 12 копеек еще добавится. Все, друзья мои, это все, что вы заплатили. То есть все ваши убытки, так сказать, прямые, брокер то, что получает, это вот эти несчастные 24 копейки плюс 24 копейки, то есть 48 копеек. Так, сейчас мне звонят. Алло. Так, я продолжаю. Здесь уже все интересно. Теперь смотрим. Когда я рассказывал, что можно совершить там 3 сделки в день, давайте посмотрим, а сколько же сделок можно совершить? А, нет, стоп. Еще я забыл про фьючерс РТС. Почему я занимаюсь фьючерсами РТС? Мы рассмотрели бренд для того, чтобы купить 10 баррелей нефти и продать их потом. Мы можем иметь на счете, ну, в районе 7 тысяч рублей, вот обычно 7 тысяч рублей, это сейчас такая сумма, 12 была, она повышенная, уровень ГО. Для того, чтобы купить 1000 долларов, надо иметь 5 тысяч рублей на счете. И мы совершаем сделку в 75 тысяч рублей, то есть доллар намного, ну, получается доллар выгоднее, фьючерс на доллар выгоднее, чем фьючерс на нефть. Фьючерс РТС, давайте посмотрим, чем он отличается. Почему РТСом все занимаются? Что такое вообще РТС? РТС – это индекс московской биржи, выраженный в долларах. Ну, это то же самое, что доллар, только наоборот. То есть, если доллар растет в цене, то индекс РТС падает, как правило. Если доллар падает в цене, то есть рубль растет, то индекс РТС растет. То есть, это практически то же самое, что доллар, только наоборот. И плюс там еще акции московской биржи, индекс на акции московской биржи задействован. То есть, он комплексный такой. Но давайте посмотрим на этот индекс. Почему все пользуются? Один индекс РТС, один фьючерс на индекс РТС – это
Смотрим, сколько нужно гарантийного обеспечения. 31 566 рублей. Вот так. Котировка идет в пунктах. И в пунктах у нас 100, вот на текущий момент 159 190 пунктов. И что это за пункты? А пункты, дело в том, что, как я уже сказал, индекс РПС в долларах считается. То есть там 150 тысяч надо, ну, поделить там пункты на доллары. Короче говоря, коэффициент получается. Стоимость шага цены 14,73. Короче, вот эту сумму 159 190 рублей надо умножить на 0,1 вот от этого шага, на 1,47. То есть получается, что мы совершаем сделку здесь примерно на 200 тысяч рублей. Это один индекс РТС. И все, что мы заплатим за это те же самые 24 копейки. Понимаете? То есть там комиссия вообще ноль. Поэтому все используют индекс РТС. Еще раз, на 200 тысяч рублей и все комиссии 24 копейки два раза, 48 копеек. Все комиссии брокера. И плюс биржевой сбор, ну там еще 20 копеек. Все, никаких комиссий. Говорят, комиссии брокера, никаких комиссий. Все говорят, там брокер, там сказать, там какие-то проценты за кредит, никаких процентов за кредит. Все прозрачно, все абсолютно прозрачно. Главное, чтобы ваш актив вырос. Вот в чем дело. И теперь давайте сейчас я перейду уже на остановить демонстрацию экрана. Сейчас я включу демонстрацию экрана уже на, да просто на экран. Смотрите, я включаю биржевой терминал. Вот он. Это нефть. Я торгую нефтью в том числе. И вот сейчас я вам покажу, как можно совершить. Я говорил, что за день там три сделки и так далее. Вот здесь вот я накуролесил таких вот квадратиков. Что это за квадратики? Ну, просто я уже готовился к этому эфиру. И я вам могу сказать следующее, что вот эти квадратики вот в 7 часов утра последний раз открылась биржа. Биржа открывается в 7 часов утра. Да, фьючерсы еще чем хороши, значит, с 7 утра можно торговать до 23 вечера по московскому времени. Вот, смотрите, мы открываемся в 7 утра, и мы смотрим. Теперь смотрите, вот на эту вот линию. Вот на эту вот линию. Как можно зарабатывать? Смотрите, вот на эту линию смотрим, на красную. И смотрим. Так, 7 утра. И вот эта линия вот здесь вот идет, она ниже нижней красной. Хопа, пересекла нижнюю красную линию. Где-то вот здесь мы покупаем фьючерс на нефть. Вот, мы купили где-то здесь фьючерс на нефть. Нефть вырастает, и мы эту нефть продаем. Мы получаем вот такую прибыль. Здесь понятно? Я надеюсь, понятно. Теперь смотрите. Вот нефть выросла, значит, мы здесь где-то продали. Я реалист, то есть я не показываю максимальные какие-то суммы. Где-то здесь мы продаем эту нефть. Что мы делаем дальше? Дальше мы смотрим. Так, значит, она выросла, пересекла верхнюю линию, пересекает верхнюю линию вниз. Что мы делаем? Мы продаем нефть. Где-то здесь. Вот где-то здесь мы ее продаем. И, соответственно, мы продаем ее в шорт. Вот, смотрите, вот я совмещаю. Так, где мы ее продаем? Вот здесь мы ее продаем. Вот начало квадратика вот здесь. Вот здесь мы ее продаем где-то. Прямоугольник, не квадратик. Не придирайтесь. Так, вот он. И, значит, мы продаем ее в шорт.
То есть мы как бы берем в долг, ну, на самом деле здесь никакого долга нет, вот, мы ее продаем, нефть упала, начинает расти, мы ее покупаем, выкупаем назад и получаем разницу вот эту. Ну и так далее, вот я посчитал в течение какого-то времени, а время это до за полдня, до 12 часов. Вот посмотрите, сколько сделок мы с вами совершили. То есть я, когда рассказывал в предыдущем видео, говорил про 3 сделки, на самом деле сделок здесь вот столько. Сейчас мы посчитаем количество сделок, которые можно совершить за день. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. За полдня. За полдня 11 сделок. Теперь давайте посмотрим, насколько же изменилась, сколько вот высота вот этих всех квадратиков, наша прибыль за эти сделки. Вот она. 2,31%. 2,31%, либо 1,78. Что такое 1,78 долларов? Умножаем на 10 баррелей, то есть 17,8 доллара. То есть вот за период от 7 утра до 12 дня, сколько там времени, вот при условии таких сделок мы заработали с вами больше 1000 рублей. При этом заплатили сколько там? 11 умножить на 48 – это 5 рублей на комиссии. Собственно, все. Все остальное наше с вами. Вся главная идея в том, чтобы сделать прибыльные сделки, и вы заметили, что я пользуюсь вот этими линиями, вот здесь у меня еще какие-то линии. Что это за линии? Эти линии помогают мне совершать сделки. Это индикаторы технического анализа. Про все эти индикаторы технического анализа я рассказываю в курсе «Биржа для чайников». Что значит вот эти индикаторы технического анализа? На самом деле вот этот индикатор – это Williams Percent Range. Это индикатор, который разработал Williams, Ларри Уильямс, который является как раз трейдером, и это американец, он до сих пор живой. Я недавно присутствовал на его вебинаре, который проводил брокер открытия как раз, и именно вот он рассказал, что у него есть вот такой индикатор, простой достаточно, он его разработал, как он разрабатывает и так далее. Я об этом тоже рассказывал в курсе «Биржи для чайников», что это за индикаторы, что это за графики, как их строить. Обо всем этом я рассказываю в курсе «Биржа для чайников». А вот в курсе по опционам я рассказываю как раз о том, что такое срочный рынок, потому что срочный рынок, он, да, в курсе «Биржа для чайников» там я и про акции, и про облигации рассказываю, про все-все-все, но в том числе про технический анализ, про все вот эти графики, как они строятся. «Биржа для чайников» – это практически 1,5 месяца занятий. И эти занятия я проводил не один раз, эти занятия я проводил много раз. Ну, я вам скажу, 7 раз по месяцу. И на 7-й раз они у меня получились, ну, просто конфетка. Поэтому я их записал, и курс «Биржи для чайников» можно приобрести прямо сейчас. Прямо сейчас я вам скину. Да, вот сейчас вы, если посмотрите на вебинаре, там появится кнопочка «Курс биржа для чайников плюс опционы», «Курс биржа для чайников» и просто «Опционы со скидкой». Дело в том, что эти курсы я продаю. Курс «Биржа для чайников» стоит 7500 рублей, курс «Опционы» тоже 7500 рублей, но если у вас нет курса «Биржа для чайников», то надо покупать и то, и другое одновременно, я вас уверяю, потому что люди брали только курс по опционам, они говорили, я разбираюсь там во всем, но потом они начинали задавать глупые вопросы, а как поставить стоп-заявку, а как выставляется, а какие параметры и так далее, и так далее. То есть люди все-таки не знают элементы технического анализа, не знают, поэтому
ну, как бы они начинают плавать. Поэтому, если вы ничего вот сейчас из тех моих занятий что-то не поняли, то вам нужно и то, и другое. Все это вместе стоит 15 тысяч рублей, но если вы нажмете прямо сейчас вот на ту кнопочку, то вы получите это дело с скидкой. То есть курс «Биржа для чайников» плюс опционы, то есть на каждый курс по 2500 вы получите скидку. Эту скидку можно получить только сейчас, только из данного вебинара. Почему я и хотел, чтобы вы посмотрели именно вебинар. Вы видите сейчас прямо эти кнопочки, нажимайте. Вам придет письмо, там будет сформирован счет. Счет можно оплатить в течение 3 дней. Через 3 дня тыква превращается, карета превращается в тыкву и все. Вот. Что еще могу сказать? Что сейчас как раз самое удобное время для того, чтобы этим заниматься. Потому что сейчас грядут новогодние каникулы. Чем заниматься в новогодние каникулы? Именно изучать курсы, изучать биржу для чайников, пробовать. И на новогодних каникулах биржа работает. Биржа работает по, ну, как бы, это международное дело. Вот уже сегодня работает, рождественские праздники кончились в Америке. И на выходных работает биржа, потому что все работает. И еще один момент, очень неприятный, я вам скажу. Дело в том, что вы знаете, что вот в последнее время у нас наблюдалось, в последний год, значит, в Америке печатались безудержно деньги. И QE, так называемая программа, и так далее. И это вызвало бешеный рост фондового рынка. Давайте я вам покажу, какой он был. Бешеный рост фондового рынка. И здесь было все очень-очень просто. Вот сейчас вы видите индекс РТС, как выглядит. А сейчас я вам покажу индекс S&P 500. И вот в таком режиме. Вы знаете, если вы пройдете курс биржи для чайников, вот вы точно будете во всем вот в этом разобраться, вот как рыба в воде, потому что и курс по опционам, потому что, ну, все вот это вот там есть, во-первых, во-вторых, там есть поддержка в чатах, то есть вы сразу получаете с покупкой этого курса приглашение в чаты. И в чатах вы можете задавать вопросы по ходу обучения и потом, значит, куда инвестировать, как инвестировать и так далее. Смотрите, вот что происходило в последние, ну, уже полтора года, 2020-2021 год. Все индексы непрерывно росли. Что это значит? Это акции непрерывно росли. Почему они росли? Потому что американцы печатали денег с бешеной скоростью, деньги, и выдавали их в экономику, на фондовый рынок буквально выплескивали. И все это вызывало рост фондового рынка. Здесь вообще можно было не думать. Купил акции и сиди, и жди. Так вот, друзья мои, халява заканчивается. Дело в том, что сейчас в Америке уже началась инфляция. Как бороться с инфляцией? Повышением ставок во всем мире. А американцы тормозят сейчас очень активно вот этот печатный станок. К чему приведет это дело? Это дело приведет к тому, что вот этот рост уже прекратится, и он будет вот такой примерно. Вот. К марту месяцу ожидается, что эта программа полностью прекратится, QE, и, судя по всему, рост, ну, он, короче говоря, аналитики ожидают большую волатильность, то есть вверх-вниз, и на акциях уже так просто не заработать. А как раз этот период будет раем для спекулянтов. Поэтому самое время этим заниматься. И я только что рассказал про фьючерсы. Вот, ну, давайте я коснусь еще немножечко опционов. Что такое опционы? А опционы как раз позволяют вообще... Там это просто универсальный инструмент, там у вас крышу снесет, насколько много возможностей позволяют опционы. Опционы позволяют построить вообще все, позволяют сделать вообще все, что угодно, потому что фьючерс, например, можно либо только купить, либо только продать.
А вот в опционах можно как бы одновременно и купить, и продать. То есть вы купили дешево, продали уже дорого, уже, ну, как бы, ну, вот. Или наоборот, вы продали. Вот, в частности, посмотрите, там на опционах можно строить стратегии. Посмотрите, вот сейчас вы видите индекс РТС. Это уже другой брокерский счет. Посмотрите, индекс РТС. Вот такой он, здесь 4 часа таймфрейм, я об этом во всем рассказываю в курсе биржи для чайников, что такое таймфреймы и так далее. Посмотрите, здесь, ну, линии, опять же, вот всякие эти. И что здесь такое? Ну, понятно, что сейчас перед Новым годом никакая волатильность никакая, то есть индекс не скачет, потому что все на каникулах, у всех расслаблено настроение. И я сделал следующее. Я вижу, что колебания очень низкие. На этих очень низких колебаниях можно заработать. Каким образом? Просто взять и продать опционы. Вот смотрите, вот этот вот квадратик – это область. Если индекс РТС находится внутри этой области, то если он будет находиться до 20 января в данном случае, то у меня получается вот она, вот эта область, вот эта вот квадратная. Смотрите, у меня сейчас здесь 28 тысяч рублей, и 20 января они, прибыль составит плюс еще 20 тысяч рублей, то есть 100% доходность. Вот такая стратегия, которую я построил. Мне здесь ничего не надо делать, только ждать 20 января и следить, чтобы курс не вышел вот из этого диапазона. Как только он выйдет из этого диапазона, ну, наверное, я буду что-то делать, наверное, я буду корректировать эту стратегию. Эта стратегия, вот все эти стратегии рассматриваю как раз в курсе по опционам, и прямо сейчас вы можете на него нажать и купить этот курс по опционам с биржи для чайников вместе. Я вам очень советую это сделать, если вы хотите заниматься на бирже. Чем отличаются опционы? Здесь не надо сидеть целыми днями, потому что мы задали диапазон, в котором должна, ну, как бы, на наш взгляд, находиться этот актив, и все. И мы получаем прибыль только за то, что актив не выйдет из этого диапазона. Или наоборот, например, если совершается какое-то событие, намечается очень такое крупное, серьезное событие, то что я делаю обычно? Наоборот, я покупаю опционы put и call одновременно, и мне уже не важно, куда пойдет актив. Либо вверх, либо вниз. Но в любом случае, куда бы он ни пошел, если он пойдет резко, если он изменится очень-очень резко, то я получу прибыль и зафиксирую ее. Вот такие опционы. То есть это так называемая нелинейная штука. Сейчас это очень трудно рассказывать обо всем этом, потому что, ну, там тоже я рассказываю в течение полутора месяцев, но это, ребята, вообще крышу сводит. Это космос. И опционы, с опционами можно начинать торговать внутри дня, по крайней мере, ну, еще с меньших сумм на самом деле, но там очень огромное число деталей, о которых я сейчас не могу говорить. Ну вот, опционы просто могут, ну, за неделю точно 50% сделать можно. Вот такая история. То есть, если вы хотите заниматься трейдингом, если вы хотите заниматься трейдингом, если вы хотите быстро увеличивать счет, то вот то, что вам необходимо, это как раз курс по опционам и курс биржа для чайников вместе. То есть это начальное обучение трейдеров. Ну, а если вы не хотите, то я буду вам рассказывать дальше про другие механизмы, как покупать это дело. Там уже получится не так быстро, как здесь, но риски будут меньше. Про риски я сказал, что если уходит не туда, то риск также будет очень-очень высокий на ту сумму, которую вы торгуете. Ну, вот я надеюсь, что я рассказал обо всем. Сейчас задавайте вопросы, я на них постараюсь ответить. И, ну, если не отвечу сразу, то потом, по крайней мере, на почту я точно вам пришлю ответ на ваши вопросы. Сейчас я, наверное, завершаю и смотрю на вопросы.